Добрый день, меня зовут Виктория, вы на моем канале Таро от Вики. Сегодня мы посмотрим краткий Таро-прогноз для каждого знака зодиака. Смотреть будем на колодах Ленорман и Кипер. Возьмем кратко позитив и негатив месяца, на что нужно обратить основное внимание. Давайте начнем с Овнов. Овны, какой позитив вас ожидает в июле? Карта крысы. Вообще, карта крысы не очень благоприятная карта. В позиции позитива она может означать то, что если у других людей в отношении вас возникнут какие-то недобрые мысли, кто-то затеет интриги, вы их быстро выведете на чистую воду, вы их будете видеть насквозь. То есть, если у вас и появятся какие-то недоброжелатели, вы быстро сможете их вычислить и не допустить неприятности, неприятного развития событий так, как бы им хотелось. Да? Если у вас есть вот кто-то на работе, может быть, кто-то там хочет вас подсидеть или там где-то в какой-то еще сфере жизни вас подставить, обмануть, что-то, может быть, даже у вас отнять. То есть вы этого человека увидите, сразу его распознаете. То есть это в позитиве, вот на это следует вам обратить внимание. Ну, в чем, собственно, позитив, да? В том, что вы сумеете предотвратить негатив, да? Давайте посмотрим негатив месяца. Поездки, путешествия. Смотрите, задумайтесь, стоит ли вам отправляться в какую-то поездку, настолько ли она вам необходима в июле. Может быть, вы сможете ее отложить, отменить, перенести. Поездки, это может быть также, если не на дальнее расстояние поездка, то какой-то поход в какое-то место, куда вы запланировали, куда, ну, такое место, которое вы редко посещаете. То есть движение, направление в это место для вас... Если является таким значительным событием, то вот подумайте, стоит ли вам куда-то вообще перемещаться, ехать на дальнюю дорогу. Тут у нас поезд на карте изображен, так что больше, конечно, это относится к дальней дороге. Может быть, это отпуск. Возможно, кто-то из вот этих самых ваших недоброжелателей будет строить козни, например, если вас не будут отпускать в отпуск, в путешествие. То есть, может быть, имеет смысл его действительно отложить. Поэтому негатив может быть связан с вашим перемещением. Так. Следующий знак зодиака. Телец. Тельцы. Что вас ожидает? Какой позитив вас ожидает в июле 2023 года? Карта рыба. Прекрасная карта. Это карта дохода, может быть, даже крупного имущества. Что-то может быть связано с торговлей, привлечением клиентов. То есть здесь процветание каких-то материальных благ. Здесь развитие идет в материальной сфере. Может быть, кому-то дадут премию. Может быть, кто-то приобретет какую-то значительную... совершить значительную покупку, о которой вы давно мечтали. Здесь вот в материальном плане ваши мечты исполнятся. Что в негативе месяца? Опять выпадает карта путешествия. Так же, как и у Овнов у нас она же выпадала. Обратите внимание на ваше передвижение, перемещение. Может быть, вам также следует отложить ваши путешествия, поездки, отпуск, походы какие-то в какие-то значительные знаковые места. Поэтому вот обратите внимание на дорогу вашу. Либо она вам не принесет удовольствия. То место, в которое вы направляетесь, может вам, ну, просто разочаровать, как вариант. Следующий знак зодиака.
близнецы. Близнецы, какой позитив вас ожидает в июле 2023 года? Карта книга. Карта книга у нас является символом знаний, открытий, мыслей, поэтому здесь в позитиве у вас будет то, что вам, возможно, будет необходимо заняться образованием, вашим развитием, получением новых знаний, новых навыков. Ну, не обязательно читая книги, учебники, да, много информации в интернете сейчас, различные курсы и прочее. Но здесь скорее ваше самообучение, чем, например, если вам какой-то предмет преподает человек, другой человек, учитель, наставник. Здесь скорее вы сами будете изучать полезную для себя информацию. И также карта говорит о том, что та информация, которая вам придет в этом месяце, следует на нее обратить ваше внимание, потому что она может вам помочь в какой-то из сфер вашей жизни. Поэтому вот будьте внимательны ко всей информации, которая вам приходит. Ну, причем, естественно, информация это будет позитивного характера, будет благоприятно влиять на вашу жизнь. Давайте посмотрим негатив. В негативе выпадает карта общества и общения. Как ни странно, близнецы довольно общительный знак, но вот в этом месяце карта советует свести контакты к минимуму, потому что посторонние люди могут тем или иным образом неблагоприятно влиять на вас. Как вот также эта карта подчеркивает то, что я уже сказала ранее, то, что если вы получаете знания, хотите что-то изучить, то действуйте в одиночку. Здесь лучше не прибегайте к чьим-то услугам. Вот, то есть в то, что касается образования, развития, действуйте сами. Также, например, если это просто книга как досуг, то положитесь на свой вкус при выборе там, художественной, например, литературы или там, научно-популярной литературы, потому что мнение других людей, скажем так, вы разочаруетесь, если получите совет от другого человека. То есть действуйте сообразно своим мыслям, рассуждениям, нежели чем пользоваться советами, подсказками других людей. Поэтому вот здесь вот вам совет стоит вот ограничить общение. Ну, не то, что закрываться, но, может быть, быть более разборчивым в том, что говорят вам другие люди. Следующий знак зодиака – рак. Позитивный у нас аспект для раков выпадет в июле 2023 года. Давайте посмотрим. Мужчина. Причем здесь мужчина изображен такой довольно-таки в таком виде. Даже не знаю, как выразиться. В общем, карта наиболее благоприятна для тех, кто занят своей личной жизнью. Вы можете встретить партнера, причем вполне страстного партнера. А здесь может очень развиваться ваша бурная личная жизнь, особенно если смотрит женщина рак. Если смотрит мужчина рак, то, скорее всего, сам он будет таким страстным, может быть, ухажером, и весь месяц ваши мысли будут занимать именно любовные отношения. Вся вот сфера, связанная с этим, то есть чувственная сфера, ваши мысли будут заняты этим. То есть, если, повторяю, если вы женщина, будете активно думать о вашем новом избраннике, о том, как встретить нового человека, о том человеке, который у вас уже сейчас есть. А если вы мужчина, вы будете все свои силы, мысли отдавать тому, чтобы быть таким героем-любовником, скажем так. Негатив месяца. Неожиданное богатство. Но
богатство это у нас же положительное всегда. В негативном аспекте, скорее всего, это будут легкие деньги, которые легко пришли, легко ушли, собственно, особого следа в вашей душе не оставит. И все, особенно крупные суммы, постарайтесь использовать с умом, потому что, ну, в лучшем случае это неожиданное богатство, неожиданная радость, она не принесет вам удовольствия. Поэтому, получая крупную денежную сумму, не спешите радоваться и тратить ее быстро. Постарайтесь как-то сначала осмыслить, как есть такой хороший совет: в день зарплаты не сразу растрачивайте деньги, не бегите, сломя голову, в магазин, дайте им хотя бы день отлежаться, чтобы денежки привыкли к вашему кошельку. Следующий знак зодиака – Лев. Что ожидает Льва в июле 2023 года в позитивном аспекте? Карта Креста. Вас ожидает какое-то судьбоносное событие. Такое событие, которое повлияет на вашу ближайшую жизнь, так как мы загадываем месяц. То есть это что-то, возможно, даже судьбоносное. Это какое-то крупное событие в вашей жизни. Это может быть свадьба, это может быть рождение ребенка. Это может быть устройство на новую работу, потому что это также определяет нашу жизнь, или увольнение с работы. То есть это какое-то важное, крупное событие, действительно. Вот не что-то там повседневное, бытовое, рутинное. Это какое-то действительно важное событие, но оно носит позитивный характер. Для кого-то и увольнение с работы тоже является позитивным событием, потому что смотря какая работа, опять же, да? То есть это крупное, действительно крупное событие в июле месяце. В чем негатив месяца? Здесь у нас выпадает такая лживая персона, да? Смотрите в своем окружении человека, который хочет вас обмануть, подольстить вам, потому что львы у нас, как естественно, как известно, любят похвалу, любят, когда ими восхищаются. Лев – царь зверей. Но смотрите, как бы вот эти дифирамбы не были от человека, который на самом деле к вам настроен негативно и мог замыслить что-то против вас. Поэтому вот берегитесь льстецов в июле. Следующий знак зодиака – Дева. Какой позитив месяца ожидает Дев в июле 2023 года? Ключ и открытая клетка. То есть вы узнаете какую-то тайну, возможно, давно вас мучившую, интересовавшую. Либо вы узнаете какую-то информацию, которая поможет вам решить ваши вопросы текущие, насущные. Смотрите, в клетке у нас изображена роза, да, такая прекрасная роза. Это роза – это как символ любви, символ красоты. Здесь, возможно, особенно для девушек, что касается, ну, и мужчин также, возможно, вы узнаете какие-то секреты красоты, которые вам помогут привлечь нового партнера, либо заняться своим внешним видом. То есть вы опробуете какое-то новое средство в домашних условиях, либо в салоне, которое вам поможет вот подчеркнуть вашу красоту. Да? Что-то такое, скорее всего, что вы еще не пробовали. Если на стрижку и, наверное, на маникюр сейчас ходят практически все, то может быть что-то еще. Может быть, косметология какая-то или еще какие-то средства. Может быть, какое-то косметическое средство вы для себя откроете, которое вам очень подходит, может быть, там в кожу освежит, ну, что-то такое, вот что-то связано с секретами красоты, возможно, да, ну, либо прочая информация. То есть открытие вас какое-то ждет. Также карта ключ и открытая дверь говорит об открытых путях. То есть если вы куда-то намеревались пойти, может быть, в какую-то организацию или что-то, или к какому-то человеку, то есть для вас сейчас наступает благоприятное время, путь вам будет открыт, поэтому действуйте смело. Негатив месяца.
уже в третий раз у нас выпадает поездка. У нас она выпадала у овнов и тельцов также. Поэтому будьте аккуратны, когда вы... Если вы куда-то собираетесь, направляетесь в поездку, отпуск, путешествие, это может быть и поезд, и машина, и, как я уже говорила, в других знаках, это поход в какие-то учреждения или места, которые, в которых вы бываете редко, для которых это событие, поход туда является знаковым и важным. Поэтому, если вы можете это перенести, отложить или отменить, то, скорее всего, следует это сделать. Следующий знак зодиака – Весы. Какой позитив ожидает Весов в июле 2023 года? Компас. Вот как раз у Весов куда-то направиться, поехать, отдохнуть, отправиться в отпуск, путешествие является позитивом месяца. Здесь вот Весам нужно смело куда-то брать рюкзак за плечи и отправляться. Весы склонны постоянно раздумывать над тем, что нужно что-то делать или не нужно. Поэтому, если вы собирались и не знали, стоит ли это сделать или нет, то вам все-таки следует отправляться, потому что в путешествии в этом... в том месте, куда вы направляетесь, вы получите много приятных впечатлений. Посмотрим негатив месяца. Путь. Смотрите, карта «Путь», она тесно связана с... карты путешествий, карты компаса. Поэтому здесь я бы сказала, что вам внимательно нужно продумать, каким способом вы будете перемещаться в то место, куда вы хотите попасть. Может быть, стоит действительно взвесить, стоит ли вам отправляться туда автомобилем, поездом, самолетом. Вот подумайте над этим. Может быть, также продумайте маршрут, потому что тот маршрут, которым вы хотите двигаться, будет, ну, будет для вас негативным. Если вы, например, хотели идти, попасть из точки А в точку Б кратчайшим путем, может быть, вам следует, ну, скажем так, сделать пересадку или пройти более длинный путь, но, может быть, более безопасный. Может быть, тот путь, который принесет вам, ну, больше удовольствия. Вот, вот тут очень интересно. Путь. Что еще в негативе? Ну, если такой смотреть больше философский план, путь. Если вы что-то задумали сделать в июле, продумайте опять же способ, каким вы это будете делать. Здесь вариантов масса, смотря чего это касается. Любви, отношений, работы, карьеры, финансов. Попробуйте рассмотреть другие способы получения желаемого, потому что то, что вы, то, как вы задумали действовать, ну, скорее всего, опять же, или не принесет вам должного результата, того, какой вы ждете, либо вообще может негативно отразиться. Следующий знак зодиака – Скорпион. Скорпион, какой ожидает вас позитив месяца? Карта. Ну, здесь изображены каллы. Вообще, в классической колоде Ленорман там лилии. Это все, что связано с благом. Это честь, невинность, честность, открытость. Если вы в ком-то сомневались, то будьте уверены, что человек будет с вами честен. Также совет вам быть открытыми и честными с людьми. То есть здесь следует проявить такие черты
как благодетель. Если вы пойдете каким-то коварным путем, то будет, значит, много негативных моментов. Поэтому вот карта месяца говорит даже не о событиях, а о том, как себя вести. Может быть, следует очистить свои мысли от злости, обиды, от мести, да. Вот попробуйте перенастроить свои мысли на позитив и открытость. То есть здесь оно больше вам даст спокойствие, может быть, и счастье, радости, чем если вы будете строить там какие-то планы мести, злиться на кого-то и обижаться. Вот здесь следует задуматься, да, не о событии, а о своем поведении, о мыслях. Ну, также о мыслях других людей, их поведении. Но здесь карта опять же говорит, что люди с вами в этом месяце будут честны и открыты, и это для вас в июле будет очень важно. Негатив месяца. Здесь работа. Ищите негатив прямо конкретно на работе. То есть здесь конкретно показывает карта сферу жизни. Если у вас уже что-то наметилось, какие-то интриги, да, подковерные, может быть, коллеги там что-то против вас строят, либо вы против них, то подумайте, стоит ли это делать. Вот время проявить великодушие и открытость. Посмотрите вот свою сферу работы, да, обратите внимание на работу, на свою карьеру. Даже не то, что карьера, здесь именно вот, здесь шитьё на машинке, это не как продвижение по карьере, это вот рутинная работа, то, что вы делаете каждый день. Обратите внимание, может быть, вам следует более быть внимательным, если там, выполняя ежедневно одни и те же действия, связанные с работой, может быть, там, как говорят, замылился глаз, и следует быть повнимательнее к чему-то. Следующий знак зодиака – Стрелец. Какой позитив ожидает Стрельцов в июле 2023 года? Книга открытая. Тоже выпадала эта карта у какого-то знака зодиака на июль. Это, опять же, получение новых знаний. По-моему, у близнецов она выпадала. Получение новых знаний, изучение какой-либо информации в книгах, учебниках, также в других источниках в интернете, например. И предполагает это обучение лично своими силами, без участия других людей. Поэтому также обращайте внимание на всю информацию, которая будет вам поступать. Она очень сильно в этом месяце отразится на ход вашей жизни. На бытовые какие-то вопросы, проблемы. Либо вообще может стать знаковой для вас. Что в негативе месяца? Дальние горизонты. Вот если у кого-то выпадали поездки в негативе, здесь в негативе выпадают поездки именно на дальние расстояния. Другие страны, другие континенты. Также дальние горизонты – это, возможно, общение онлайн. То есть я имею в виду сеть, интернет, где мы общаемся с людьми, которые также находятся от нас на дальнем расстоянии. Поэтому вот всю информацию, связанную с другими странами, с, может быть, иностранцами, проверяйте, перепроверяйте, относитесь к ней критически. Ну и, как я уже сказала, это поездки именно на дальние расстояния. Может быть, кто-то задумал переезд, так как здесь еще изображен якорь, переезд с, на ПМЖ в другой город, в другую страну, в далекий город, то задумайтесь, стоит ли это делать сейчас. Скорее всего, в июле точно нет, потому что карта выпала в негативном аспекте. Следующий знак зодиака – Козерог. Какой позитив ожидает Козерогов в июле 2023 года? Мост.
будете мосты наводить с кем-то. Может быть, с дальними родственниками, с дальними знакомыми. Может быть, встретите человека, которого вы давно не видели, и будете этому рады. Это может быть друг детства, одноклассник, одногруппник, вообще человек из, может быть, какого-то другого города, с которым вы разделены расстоянием. Вы можете с ними как встретиться лично, так и, например, у вас появятся контакты, номер телефона, чтобы связаться с ним. То есть это любая связь, то есть здесь вот мост над пропастью, то есть связь с человеком, который очень сильно от вас отдален. Также это может быть возврат к своим прошлым занятиям, может быть, прошлому забытому, но любимому хобби. Поэтому здесь в любом случае вот тесная связь между людьми или событиями, между которыми вот возникло некогда расстояние. Ну, естественно, все это в позитиве, то есть вам это будет приносить удовольствие. Негатив месяца. Опять путешествие. Ну, уже какое оно выпадает? Четвертый раз. Четвертый раз говорю для уже теперь козерогов, что будьте осторожны с поездками, путешествиями и отпуском, командировками, всевозможными перемещениями в места, которые вы бываете редко, для которых, которые для вас имеют знаковое событие. То есть направиться в какое-то учреждение, например, для вас это целое событие. Поэтому по возможности отмените, отложите или перенесите вот эти вот передвижения ваши. Следующий знак зодиака – Водолей. Позитив месяца для водолеев. Тучи. В позитиве эта карта говорит только одно. Все темное, страшное, злое, плохое, неблагоприятное для вас позади, потому что наконец-то вышло солнце. Все, что вас тревожило, все пройдет. И наступит белая полоса. То есть это очень важное событие, которое повлияет, скорее всего, и на следующие месяцы вашей жизни. Поэтому вот за вас можно только порадоваться. Все плохое отступит. Негатив месяца. Письмо. Ну, это неприятное сообщение. Насколько оно серьезное для вас, сможете узнать только вы. Но судя по тому, что в вашей жизни в июле наступит белая полоса, благоприятный период, то это сообщение не сильно повлияет на вашу жизнь, не сильно вас расстроит. Но, тем не менее, может быть, информация, которую вы ждете, которую вы давно запрашивали, наконец-то придет на нее ответ, и вы будете расстроены. Но на самом деле, смотрите, вот возник в голове пример. Если вы ждали то, что вам ответят на ваше резюме, если вы отправляли, например, резюме по работе, и вам пришел отказ, то вот здесь карта тучи говорит о том, что вам не следует расстраиваться, а может быть и порадоваться, потому что если вам отказали в другом месте, вы найдете место еще лучше и будете более довольны, чем нежели бы вы попали сюда. Но это просто пример про работу, это может быть также и отношения. Смотрите свою ситуацию, то, что вас более на данный период волнует. И переходим к рыбам. Рыбы, какой позитив месяца ожидает вас? Компас. Тоже у какого-то знака зодиака выпадал у нас компас. То есть все путешествия, поездки, отпуск благоприятны для вас в этом месяце. Поэтому смело выбирайте направление, куда вы хотите отправиться, и вперед, как говорится, потому что все эмоции, все впечатления будут для вас исключительно положительными. Давайте посмотрим негатив. Поездка уже выпадает у нас в пятый раз.
Так что в целом, наверное, тенденции месяца прослеживаются такие, что, повторяю снова, что если вы запланировали поездки, путешествия, следует их отложить, перенести. Ну и у вас опять же интересно, выпадает комбинация, да, так все-таки ехать мне или не ехать. Ну, возможно, следует лучше продумать маршрут, куда вам стоит ехать, потому что то, о чем вы думаете сейчас, может быть для вас не так интересно. Может, то направление, по которому вы собрались отправиться, оно вас несколько разочарует, потому что поездки, в принципе-то, выпадают и в позитиве, а здесь у нас в негативе. Ну, следует, я думаю, все-таки продумать просто, может быть, не в точку А, в точку Б вам поехать. Ну, там. Не будем называть конкретных стран, да, или курортов, чтобы там никого не обидеть, но следует пересмотреть то направление, куда вы собрались ехать, потому что, ну, то, о чем вы хотите, может быть, то, куда вы больше хотите, оно сейчас не очень благоприятно для вас. Да? Попробуйте какую-то альтернативу рассмотреть. А то, что вы сейчас над чем раздумываете, может быть, следует отложить на более позднее время, на какой-то другой период, более благоприятный. Здесь вот у нас возникает противоречие, по сути, одни и те же карты в позитиве и в негативе, поэтому следует разобраться. Может быть, следует разобраться со своими мыслями, то есть то, что вы считаете, вам не принесет удовольствия, на самом деле кроется в ваших предубеждениях против этого. То есть если вы заранее себя настроите, что нет, наверное, вот мне туда надо ехать, а мне вот не очень хочется, скорее всего, у меня ничего не получится, то, возможно, все выйдет и наоборот. Возможно, все-таки даст эта поездка свои благоприятные результаты. Ну, вот здесь вот, смотрите, здесь такая немножко вот конфронтация между арканами и противоречия. То есть надо над этой поездкой поразмышлять конкретно уже направление, либо способ перемещения, либо ваше отношение к этой поездке, если у вас есть против нее предубеждения. Или, может быть, вы, наоборот, сильно идеализируете какое-то вот место отдыха. Вот вам посоветовали кто-то отправиться на такой-то курорт или в такой город посмотреть, а он вот совершенно не согласуется с вашими предпочтениями, и вы хотите отправиться куда-то еще. То есть вот здесь прислушайтесь к себе, потому что рыба у нас знак очень интуитивный, и, ну, скорее всего, вы лучше почувствуете то, что вам нужно, чем то, что вам советуют. Ну, вот как-то так я бы выразилась. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравился расклад, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И всем до встречи, до свидания.